По поводу материнского капитала, конечно же, я задумывался об этом. Почему? Потому что моя сестра через месяц рожает второго ребенка. И ей как раз-таки придется получить материнский капитал. И, в общем-то, я спрашивал, как она распорядится своим материнским капиталом. И это, наверное, будет вложение в недвижимость. То есть по возможности. И, конечно же, увеличение до 500 тысяч – это очень удобно. И я думаю, что поможет всем молодым семьям. И дай бог, чтобы помогло нашему демографическому кризису.